Okay, so then we move to chapter 16. Следующий фрагмент, 16 глава. And Gazelle, if you'll read verses 1 through 7, please. С 1 по 7 стихи, и мы прочитаем. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: «Праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». И услышал я другого, от жертвенника говорящего: «Ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои». Okay, so here are the let's look at the characteristics of the final wrath of God. А в данном фрагменте мы с вами можем увидеть особенности последнего гнева Божия. Because these bowls are different than the other judgments. Вот эти чаши, золотые чаши гнева Божьего, отличаются от предыдущих судов. The other bowl, the other judgments, the trumpets and the seals had a purpose of bringing people to repentance. Когда мы с вами говорили о судах труб и печати, когда снимались печати, то цель была привести все-таки людей к покаянию, привести их к Богу. But these judgments are really like hell on earth. А здесь же мы с вами видим наступление ада на земле. So these the final wrath of God will be universal. Итак, первая особенность или характеристика Божьего гнева – он будет всеобъемлющим. The word here in verse 1 – pour out the seven bowls. А в первом стихе мы с вами читаем, находим глагол «вылейте». «Вылейте семь чаш». That word means to empty completely. А слово «вылейте» в первом стихе означает «полностью опустошить». So as I mentioned before, the bowls are shallow and they're not designed to store liquid, but to be emptied out completely. Как я уже говорил с вам при изучении 15 главы, это были не глубокие чаши, не предназначенные для хранения жидкости, а для опорожнения, для того, чтобы разливать ее. Every person left on earth is going to be impacted by these bowls. И вот эти чаши окажут сильное воздействие на всех людей, которые остались на земле. In the seals we saw one-fourth of the earth be impacted. А помните, когда мы говорили о снятии печатей? Сначала 1/4 земли была поражена после этого. The trumpets usually a third. А когда говорили о судах труб, то 1/3 земли была поражена. But here it's every person left on earth. А в данном случае эта ярость затронет всех тех, кто остался на земле. And I would guess that this includes the Antichrist and the false prophet. А я вот лично думаю, что это будет иметь воздействие и на антихриста, и на лжепророка. They're people, they're still on earth. Потому что они тоже люди, и пока еще на земле. So the first thing that happens is that everyone has a terrible case of boils or sores. Да, когда первый ангел выливает свою чашу на землю, то мы видим, что происходят гнойные раны. У всех людей будут ужасные, отвратительные гнойные раны. And they are ugly and they are painful. Здесь написано: «И сделались жестокие и отвратительные», то есть что-то безобразное и что-то очень болезненное. You see, the earth at this time, and we have seen this several times in describing what's going on, they are involved in sexual immorality. А очень часто, рассматривая жизнь людей в тот период, мы с вами говорили о том, что они живут безнравственной жизнью, что пребывают в сексуальной распущенности. And now suddenly everyone breaks out in these terrible, painful, ugly sores. А и вдруг все люди теперь обладают вот этими жестокими, отвратительными, безобразными гнойными ранами. I would guess that
Immorality isn't so fun anymore. И я думаю, что вот безнравственная распущенность теперь уже не будет доставлять ему удовольствия. I would say people are saying, "Don't touch me." Наверное, в это время люди больше будут говорить: "Не прикасайся ко мне, отойди подальше." People are ugly and unattractive. Потому что люди стали ужасными и отвратительными, непривлекательными. If that wasn't bad enough, now another bowl is poured onto the sea. Кажется, что этого недостаточно, потому что второй ангел выливает чашу в море. And it turns into blood like that of a dead man. Все превращается в кровь. Здесь дается такое определение, как бы мертвеца. Now we have two gentlemen in our class here who are emergency medical technicians. А вот в нашей группе учатся два спасателя, да, которые в МЧС работают. What's the difference between regular blood and the blood of a dead man? Вот вы можете сказать, какая разница между кровью живого человека и кровью мертвеца? Какая разница? Потому что кровь мертвеца она густее. So it becomes thick. Can you imagine the sea? То есть вы можете like себе that? Представить, как желе будет море и цвета крови. So it's terrible, and of course the creatures living in it, but they can't live in there. Это вот ужасно, и естественно, что в такой атмосфере вся тварь, которая обитала в море, уже не может жить. Значит, все живое в море умирает. The water of your blood is very much like seawater. И вот вода, которая присутствует в нашей крови, она очень похожа на морскую воду. In fact, there are people who drink blood. Есть даже люди, которые кровь пьют. They drink their own blood and they drink the blood of others. Они пьют собственную кровь и употребляют также кровь других людей. And it can sustain life for some period of time. И это может даже поддерживать жизнь человека в определенных случаях, когда больше нечего пить. То есть он может выжить за счет этого. But not this stuff. Но вот это вот то, что теперь уже в море, да, пить уже никак нельзя. This is just like red blood cells all together. So you can eat it? Yeah, well, maybe blood pudding. Может быть, это будет, да, кровяной пудинг, и будем его кушать, или желе, да. Well, it's a terrible thing. То есть мы просто хотим сказать, что это будет нечто отвратительное и ужасное. And whatever system the Antichrist has devised to keep things moving is being destroyed. И какую бы систему ни придумал Антихрист для того, чтобы поддерживать какое-то движение, какой-то прогресс, так скажем, да, теперь уже все это уничтожено. The third angel pours out his bowl in verse 4, and the rivers and springs of water become blood. А в четвертом стихе мы с вами читаем о том, что третий ангел вылил чашу свою на реки и на источники воды, и теперь вся вода становится кровью. Вся чистая вода становится кровью. Again, people might be able to drink it, but it really can't sustain life for long. Может быть, люди и будут пить эту воду, но долго они не продержатся. What would happen if you go and drink salt water out of the ocean? Что произойдет, если вот вы, будучи у океана, решите выпить воды, вот именно океанской? Would that quench your thirst? Сможете ли вы утолить свою жажду таким образом? It'd make it worse, wouldn't it? То есть вам будет еще хуже только. So now their fresh water is. If it's like blood, that means it's got a high salt content. А теперь, если чистая вода становится кровью, то и в ней содержание соли будет достаточно высоким. So again, God stops now here in verse 5 and makes a statement. В пятом стихе мы видим как бы остановку. Здесь теперь уже утверждения идут. Вместо действий идут утверждения. Judgments are unmistakably divine in their origin. Здесь снова идет утверждение того, что вот эти суды от Бога. То есть нет сомнения в том, что все это имеет божественное происхождение. The angel says in verse 5, "You are just, you are righteous in your judgment." В пятом стихе ангел утверждает: "Ты праведен, ты свят, потому что так судил." So there will be no reasonable explanation other than God. Поэтому никакого другого разумного объяснения вот этих событий найти будет невозможно. Единственное объяснение — это сделал Бог. The Antichrist has been doing everything he can to
to keep people alive during these judgments. А антихрист сделал все возможное для того, чтобы люди могли выжить во время судов Божьих. But God is the maker of heaven and earth. Однако Бог — это Бог создатель неба и земли. And He is in control of the earth. И естественно, что Он контролирует то, что происходит на земле. Now notice the motivation for these judgments, and it's repeated here very clearly for us. Давайте обратим внимание на то, что стало мотивом для возмездия Бога за свой народ. Здесь очень ярко об этом говорится. «За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». For, because. Вот здесь начинается «за то, что». There is a reason that's being given. Don't miss this. Другими словами, вот причина, вот объяснение того, почему это произошло, обоснование. These judgments are falling because they have shed the blood of the people who were bringing them the gospel. То есть эти суды преследуют вас потому, что вы пролили кровь тех, кто проповедовал вам Евангелие. So God, these judgments are motivated by God taking vengeance for His people. И вот эта кровь стала мотивом для того, чтобы Бог стал мстить за свой народ. It's interesting that two of the three first bowls are bloody. Интересно то, что вот из трех чаш, из трех первых чаш, вторая и третья чаша были кровавыми. So you see, it's cause and effect. То есть мы видим здесь, что здесь есть и причина, и следствие. You shed the blood of my saints. А причина, вы проливали кровь моих святых. And I will give you that blood as judgment upon you. Следствие, я даю вам пить кровь, это суд над вами. Very clear. This isn't just in Revelation either. А об этом мы можем прочитать не только в книге Откровения. If by man, you know, if a person sheds blood in the Old Testament, then his blood is shed. А в Ветхом Завете помните принцип, да, что если кто-то убил, да, то кровь за кровь получается, то достоин смерти сам. I would encourage you, you know, if you've got extra time, just study throughout the Bible this idea of the blood of the saints. А еще раз хочу вас призвать к тому, а если, конечно, у вас будет свободное время для такого исследования, изучить вот этот термин «кровь святых» в Библии. And specifically look at how God feels about it and how God responds to it. И особое внимание обратите на то, как реагирует Бог и как Он относится к крови святых, что Он думает по этому поводу. Now these are terrible judgments. Итак, мы говорим о том, что все эти суды ужасны. And yet, because the God who is praised in chapter 15 is the one who is doing it, it is righteous. Мы читаем с вами еще в 15 главе о том, какой Бог совершает все эти суды. И там дается описание восхваления Его праведности. И поэтому мы знаем, что и все эти суды, все, что совершается Богом, справедливо. You are just in these judgments. Говорится о нем, праведен ты. You are holy. You are the holy one. А также говорится о нем, ты свят. You know, it's hard in our world to not feel like we need to apologize for God. А в нашем современном мире мы иногда чувствуем необходимость извиниться за такие поступки Бога. We think, oh, we're sorry, God is so mean. А приходится как бы говорить, ну уж простите, вот что Бог такой злой. We're sorry, God has lost his temper. А может быть, Бог просто вышел из себя. This is not the message of any of the Bible, and it's certainly not the message of Revelation. Однако вот эта идея о том, что мы должны извиняться за поступки Бога или говорить о том, что Он злой, несправедливый, не содержится в Библии. Тем более в Откровении не говорится о том, что мы должны оправдываться за Божий гнев. A kind, merciful, gracious, loving God has acted in complete righteousness. Добрый, праведный, любящий Бог, милосердный Бог действует в соответствии со своей праведностью. Every characteristic of God is in complete harmony
with every other characteristic of God. Потому что каждый атрибут Бога должен быть в полной гармонии с другими атрибутами Его характера. God doesn't say, I'm going to have to set aside my love for just a moment while I take care of judgment. Бог не говорит, я любовь отодвину на несколько минут, потому что сейчас мне нужно гнев проявить. He is perfectly righteous in everything he does. Потому что Бог совершенен, совершенно во всех аспектах и во всех своих поступках. And for those of us who are believers, we are in a time before these events take place. Те, кто из нас уже верующие, мы знаем, что мы во времени, которое еще предшествует всем этим событиям. And we take the wonderful, righteous message of the gospel to the world and say, you don't have to experience these judgments. И мы праведно возвещаем вот это вот Евангелие о Боге для того, чтобы людям не пришлось пройти через все эти суды. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Sometimes we are so eager for Jesus to come that we forget that when he comes, many people will die. Иногда мы так сильно желаем возвращения Иисуса Христа, что забываем о том, что Его приход также означает смерть для многих людей. But God has given us now the opportunity to share the wonderful good news of Jesus Christ before people have to face this judgment. И Бог дает нам сейчас вот эту вот возможность делиться Евангелием с другими людьми, чтобы они уверовали в Иисуса Христа, прежде чем все вот это описанное здесь произойдет. These judgments might start tomorrow, they might start 10,000 years from now. Эти суды могут начаться завтра, а могут через 10 тысяч лет. But as I think the writer of Hebrews said, now is the day of salvation. Однако вот послание к евреям, автор записал следующие слова: ныне день спасения. God is patiently giving people the opportunity to put their faith in Jesus Christ. Бог по своему долготерпению предоставляет еще людям возможность уверовать в Иисуса Христа. So if I could say one thing to the people of Russia and spare them the mistake of America, I would say something like this. Если бы я мог к чему-то призвать русский народ, чтобы они не совершали тех ошибок, которые совершают американцы, то я призвал бы их к следующему. I would say, don't waste your time trying to figure out when Jesus is coming back. Я бы им сказал, что не тратьте время на то, чтобы определить, когда вернется Иисус Христос. Spend your time sharing the gospel of Jesus Christ. А вместо этого делитесь вестью, благой вестью об Иисусе Христе. Spend your time making sure that your lamp, your light is brightly shining. Заботьтесь о том, чтобы ваша лампа, можно сказать, что ваш свет ярко сиял. I'm amazed that people think that Jesus is coming back tomorrow, but it doesn't change the way they behave today. Меня часто удивляет то, что некоторые люди верят в то, что Иисус Христос может вернуться завтра, однако их поведение сегодня совершенно не меняется в свете этого утверждения. If we really believe that Jesus is coming tomorrow, we should be sharing with our neighbors the gospel today. Если мы верим в то, что Иисус Христос может прийти завтра, мы должны уже сегодня свидетельствовать всем нашим соседям об этом. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.